Российская сборная на Паралимпиаде в Лондоне уже превзошла собственное достижение Пекинских игр. За очередной день соревнований наши спортсмены завоевали 13 медалей, 7 из них высшей пробы. И почти все с рекордами. Главными героями дня стали пловцы и легкоатлеты. По количеству золотых медалей наши спортсмены сравнялись с хозяевами игр. Лидирует по-прежнему Китай.